Дорогие друзья, начинаем 43-й выпуск программы «Дом культуры». Июня 1812 года в городе Симбирске родился Иван Александрович Гончаров. Русский писатель, литературный критик, член-корреспондент Российской академии наук по разряду русского языка и словесности. Всю свою жизнь, с самого рождения, я проживал в Санкт-Петербурге на одной из самых старых улиц города – Гороховой. Эта улица знаменита своими литературными персонажами, которых поселили на ней писатели классики. Моя школа тоже находилась на ней. Когда я учился в 6 классе, учитель истории, в очередной раз распекая нас за несделанные домашние задания, говорил: «Нам не повезло с улицей, где находится школа». Вероятно, живший на ней Илья Ильич Обломов оставил вам в наследство свою непобедимую лень. А что касается Юры Мамина, то я вообще предполагаю, что он живет в квартире Обломова. Все в классе смеялись, сами не зная почему. А я, придя домой, достал с полки роман Гончарова и в первых же строках прочел: «В Гороховой улице, в одном из больших домов, лежал утром в постели на своей квартире Илья Ильич Обломов». Возможно, учитель был прав, и Обломов действительно снимал квартиру в моем доме, номер 32. Думаю, что для большинства россиян имя писателя Гончарова со школьной скамьи вызывает в памяти образ Обломова, ставшего именем нарицательным, когда мы говорим о лентяе, а обломовщина – о русской лени, национальной черте русского характера. И действительно, в русском фольклоре довольно распространен образ ленивого увольня. Вспомним Илью Муромца, который 30 лет сидим сидел, прежде чем стать за землю русскую. Или лежебоку Емелю, который постоянно лежит на печи, в то время как волшебная щука исполняет его желание. Да и русские пословицы на ту же тему: «Работа дураков любит», «Работа не волк, в лес не убежит» и тому подобное. Русские знают эту черту, они смеются над ней, добродушно шутят. И только первый писатель Гончаров так основательно и убедительно отразил ее в своем романе, считая большим злом. Однако с его точки зрения не все согласны. Режиссер Никита Михалков в своей картине «Несколько дней из жизни Обломова» попытался оспорить эту точку зрения и доказать, что ленивый, но прекраснодушный Обломов все же лучше расчетливого прагматика Штольца, немца по происхождению. Хотя сам Никита Сергеевич как раз и представляет собой яркий образ Штольца, расчетливого прагматика, который своего не упустит. Ну да, бог с ним. Гончаров хотел обратить внимание русской нации на эту национальную черту – лень, которая, с его точки зрения, является одной из причин исторической отсталости русского народа от западного мира. Без Гончарова невозможно представить себе русскую литературу во всей ее многогранности. Думаю, что до него никто с такой полнотой не описал барский помещичий быт. Отец и мать Гончарова принадлежали к богатому купеческому сословию. Их большой каменный дом находился в центре Симбирска, окруженный обширным двором и огромным садом. Вспоминая о своем детстве, Гончаров писал: «Амбары, погреба, ледники переполнены были запасами муки, разного пшена и всяческой провизии для продовольствия нашего и обширной дворни. Словом, целое имение, целая деревня». Свое первоначальное образование Гончаров получил дома. В 10 лет его направили в Москву, и 8 лет он провел в коммерческом училище. Много читал. И основным его воспитателем стали книги. Отечественная литература. Гончаров говорил, что первым учителем в нравственном плане для него был Карамзин с его «Историей государства российского», а в поэтическом плане – Пушкин с Евгением Онегиным, выходившим отдельными главами. «Боже мой!» – восторгался Гончаров. «Какой свет! Какая волшебная даль открылись! И вдруг какая правда и какая поэзия жизни, притом современной, понятной, хлынули из этого источника! И с каким блеском, в каких звуках!» Это молитвенное благоговение перед Пушкиным Гончаров сохранил на всю свою жизнь. Возникшая в детстве страсть к литературному сочинительству побудила Гончарова поступать на словесный факультет Московского университета, где он провел 3 года. Примерно в эти же годы там учились Белинский, Герцен, Огарев, Лермонтов, Тургенев, Аксаков. Какой цветник выдающихся талантов. Окончив университет в 1834 году, Гончаров, по его собственному признанию, почувствовал себя свободным человеком, для которого открыты все пути. Но перед тем, как заняться делом, он решил посетить родные места, где его ждала мать и сестры. Приехав в Симбирск, где он не был 12 лет, он удивился, как в этой огромной деревне, которую он знал с детства, ничего не изменилось. Все осталось прежним, застыло в своей неподвижности. Гончаров решил срочно бежать из этого дремотного Симбирска. Но тут здешний губернатор предложил ему должность своего личного секретаря, очень хорошо оплачиваемую.
И Гончаров, поразмыслив, согласился. Работа оказалась неинтересной, скучной, неблагодарной. Гончаров ругал себя за свое согласие. Однако только здесь перед ним открылась эта мертвая бюрократическая система внутренних ведомственных отношений, характерная для имперской России. Это знание пригодилось ему потом, как будущему писателю. Гончарова хватило на 11 месяцев службы, после чего он покинул Симбирск и уехал в Санкт-Петербург, где собирался строить свое будущее своими руками без чьей-либо помощи. По приезде в столицу Гончаров подался в Департамент внешней торговли Министерства финансов, где ему предложили должность переводчика иностранной переписки. Работа была необременительная и позволяла Гончарову подрабатывать частным учителем. Этим он занимался в семье Майковых, где преподавал братьям-подросткам Валериану и Аполлону, будущему поэту, латинский язык и русскую словесность. Дом Майковых был культурным центром Петербурга. Здесь ежедневно собирались писатели, живописцы, музыканты. По словам Гончарова, дом Майковых кипел жизнью, людьми, приносящими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки и искусства. Параллельно со службой и преподаванием Гончаров пишет свой первый роман «Обыкновенная история». В нем повествуется о том, как молодой романтически настроенный герой Александр Адуев под влиянием своего зрелого опытного дяди сначала отказывается от своей возлюбленной, потому что жениться ему еще рано, потом постепенно превращается в реалиста в бытовом прозаическом смысле этого слова, то есть становится человеком практичным, приземленным, далеким от высоких идей и благородных целей. Александр, откуда ты? Видишь, в заклад не угадаете. В прежние времена я бы сказал, что ты влюблен. Не угадали. Уж не женишься ли ты? Так точно. На ком? На дочери Александра Степановича. Отец обнял меня и сказал, что теперь может помереть спокойно. Идите, говорит, только по следам вашего дядюшки. Что сказала невеста? Она вот, вот она так, как все девицы. Она, собственно, ничего не сказала. Она так... покраснела и все. Ничего не сказал, значит, вам все равно. Зачем же вы женитесь? Что значит, зачем Маталант? Ну, не все же мне так шататься. Пришла пора Маталанту, учиться на месте. Обзавестись домком, невеста хорошенькая и богатая. Очень хорошенькая и очень богатая. Ну, он, дядюшка, он скажет, зачем жениться? Может быть, она любить вас не может. О, Маталант, любовь любовью, а супружество супружеством, эти две вещи не всегда сходятся. Лучше, когда они вообще не сходятся. Вы меня так учили, не правда ли? Послушай, Александр. А помните, как я хотел жениться на этой вот... Как ее звали, я позывал все время. Наденька. Наденька, действительно. Наденька. Молодость, Маталант, это молодость. Знаменитый роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» построен по точно такой же сюжетной схеме. Там также молодой романтически настроенный герой под влиянием многоопытного циника сэра Генри сначала отказывается от своей возлюбленной, потом постепенно превращается в бесчеловечного монстра. И несмотря на то, что роман Уайльда более эффектен и популярен у читателя, я лично считаю произведение Гончарова более важным и значительным для формирования личности молодого читателя, который легко ассоциирует себя с главным героем Адуевым и делает важные нравственные для жизни выводы. Гончаров назвал свой роман «Обыкновенная история», желая тем самым подчеркнуть, что ситуация такая типична для российской действительности, где горячие устремления молодежи постепенно превращаются в беспросветную прозу обыденщины. Роман был напечатан весной 1847 года в журнале «Современник» и сделал имя молодого писателя известным всей читающей России. Но самым удивительным событием в жизни Гончарова и российской культуры стало кругосветное путешествие писателя на военном российском корабле «Фрегат Паллада». Эта экспедиция была организована российским правительством с целью заключения дипломатических отношений с Японией и закрепление своего статуса на американских территориях Аляски и Тихоокеанском побережье. Кроме того, планировалось с дипломатическими целями посетить Китай, Индонезию, Филиппины, Южную Африку и островные государства Атлантического и Тихого океана. Гончаров принимал в экспедиции участие как личный секретарь главнокомандующего адмирала Путятина. С первых же дней экспедиции он начал вести подробный дневник, куда записывал впечатления от всего увиденного и услышанного. До Гончарова такой обширный и подробный материал оставил только
средневековый путешественник Марко Поло. По окончании кругосветного путешествия и прибытии фрегата «Паллада» в российский порт Охотского моря, Гончаров высадился на берег и сухопутным образом проделал путь до Санкт-Петербурга, проехав через всю Сибирь и восточноевропейскую часть империи. А затем в журнале «Отечественные записки» в течение 3 лет публиковались путевые очерки Гончарова под названием «Фрегат Паллада». Это стало крупнейшим событием в общественной жизни России. Очерки открывали российскому писателю неизведанный, неизвестный ему мир. Поражали обилием фактологического материала и литературными достоинствами. Выдающийся российский литературовед Юрий Михайлович Лотман так отозвался об этом произведении. Гончаров не просто объективно изображает пространство, пересекаемое фрегатом, совершающим кругосветное путешествие. Он декларирует, что интерес к разнообразию культур, открытость чужому, есть реальная специфика русского сознания. И это очень верно подмечено. Выход в свет романа «Обломов» и громадный успех его у читателей принесли Гончарову славу одного из выдающихся русских писателей. Он решил приступить к работе над следующим романом «Обрыв». Но в это время он был назначен государственным советником по делам печати. И с этого момента начинается его деятельность в качестве цензора. Деятельность, надо сказать, весьма консервативная. Своими запретами он принес много бед и неприятностей журналу «Современник» Некрасова, «Русское слово» Писарева. Он боролся принципиально с любым нигилизмом. А нигилизмом тогда считалась любая оппозиция самодержавию. И так продолжалось до конца 1867 года, когда Гончаров по собственному желанию ушел в отставку на пенсию. Но своей работой цензора он, конечно, запятнал свое имя в глазах общественности. И теперь даже его литература начала восприниматься через призму его запретительной деятельности. Его начали считать рутинером и консерватором. Став пенсионером и освободившись от деловых забот, Гончаров мог целиком посвятить себя литературному творчеству, о чем мечтал всю жизнь. Ему было 55 лет. Самый зрелый возраст для писателя. Однако сам Гончаров считал себя стариком. К тому же он был озлоблен презрительным отношением к себе со стороны некоторых литераторов, которые не могли простить ему его запретительной деятельности на посту цензора. Может быть, поэтому работа над «Обрывом» шла очень туго. Хотя сам Гончаров хотел, чтобы «Обрыв» стал главным произведением его жизни. Он говорил: «Обрыв – это боль моего сердца». Встречаясь со своими друзьями-литераторами, Гончаров часто рассказывал им все сюжетные линии своего будущего романа. Рассказывал он их и Ивану Тургеневу, с которым был в друзьях. А когда Тургенев выпустил 2 своих романа «Дворянское гнездо» и «Накануне», Гончаров нашел, что он заимствовал у него его сюжетные линии и обвинил Тургенева в плагиате. Хотя роман «Обрыв» был у него еще далеко не готов. Но эти обвинения вызвали скандал в литературной среде. Был даже назначен Третейский суд из авторитетных литераторов, которые должны были установить обоснованность обвинений Гончарова, но не нашли их, не нашли никаких причин для таких обвинений. В этой ситуации я вижу проявление параноидальной натуры Гончарова, который, как и герой его нового романа «Райский», на всю жизнь остался холостяком, не в силах ужиться с кем бы то ни было. Возможно, здесь сыграла роль многолетняя работа в качестве цензора. Она наложила отпечаток на характер писателя. А может быть, черты его характера позволили назначить его цензором. Гончаров часто впадал в апатию. Ему казалось, что не хватит сил для того, чтобы закончить роман. В какой-то момент он даже решил бросить работу, оставив роман незаконченным, но в результате закончил. И тем самым завершил свою трилогию на букву «О». «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». Все эти 3 романа отражали какой-нибудь этап в жизни российского общества. Герой 1-го романа – романтик Адуев. 2-го – лентяй Обломов. 3-го – эгоцентрик Райский. Все эти молодые люди поначалу идеалисты. Они полны радужных надежд и многого ждут от жизни. Но в результате все ошибаются в своих ожиданиях и приходят к жалкому концу. Такова российская действительность, какой видит ее большой писатель Иван Гончаров. Да и сама жизнь писателя Гончарова, который пришел в литературу, чтобы исправлять нравы, а закончил ее цензором держимордой, очень показательна для самодержавной России. Гончаров дожил до 80 лет. В сентябре 1891 года он простудился. Болезнь протекала очень быстро и активно. Через 3 дня он скончался от воспаления легких. Прах писателя захоронили на литераторских мостках Волковского кладбища в Петербурге. Thank you.
15 июня 1594 года в городе Лезандели, что в Нормандии, родился великий французский художник Николя Пуссен, один из основоположников направления классицизма в живописи. Его творческое наследие, а также размышления о живописи, оставшиеся в записках, стали теоретической базой для обучения художников в Королевской академии живописи. Картина Пуссена – это одно из самых ярких воспоминаний моего детства. При первом же посещении Эрмитажа, куда привела меня мама еще мальчиком, я обратил внимание на этого художника. Может быть, благодаря маме, которой он очень нравился. Но в любом случае он произвел на меня сильное впечатление. Особенно картина «Эсфирь перед Артаксерксом». Она изображает, как одна из жен ассирийского царя Эсфирь, еврейка по происхождению, осмелилась прийти к трону и просить за свой притесняемый народ. Это вызвало гнев грозного царя, и от ужаса Эсфирь потеряла сознание. Картина привлекает взор яркостью пурпурного плаща, грозным ликом Артаксеркса, обращенного к Эсфире. Ее слабеющая фигура, подхваченная служанками, исполнена в жемчужных тонах. Все это очень красиво. Я бы сказал, даже эффектно. А вот другая картина. Битва израильтян с амаликитянами. Я помню, как мы с моим школьным товарищем, прогуливая уроки в школе, с интересом разглядывали эту картину. Нам, мальчишкам, было здесь на что посмотреть. Такое обилие воинственных фигур в пылу, сражения, схватки с яростными лицами. Это, конечно, нам было очень интересно. А вот еще одна картина «Танкред и Ерминия». Каждый раз, когда я ее видел, у меня складывалось впечатление, что женщина хочет ударить мечом лежащего рыцаря. На самом деле она пытается отрезать себе волосы, чтобы перевязать ими раны своего возлюбленного. Но эта поза неестественная каждый раз вызывала мое удивление. Сейчас я понимаю, что Пуссен пошел на такое насилие над правдой для того, чтобы создать идеальную композицию. И она ему удалась. Действительно, соотношение фигур чрезвычайно гармонично, они уравновешивают друг друга. Как и соотношение цветов одежды, сверкающих лад, коней. Это очень красиво. В залах Эрмитажа было много картин, вернее, два зала Эрмитажа были посвящены картинам Пуссена и его земляка и современника, пейзажиста Клода Лорена. Я знал все эти картины наизусть, знал их названия. Так что Пуссен был первым западноевропейским художником, которого я узнал еще в детстве. Но я тогда, конечно, не знал о том, что он после смерти стал основателем и столпом академизма в искусстве. Что академики живописи заставляли своих учеников, молодых художников, исполнять в качестве конкурсных и дипломных работ только картины на мифологические, библейские темы, далекие от жизни. Что, в конце концов, это вызвало бунт и в Парижской, и в Санкт-Петербургской академии художеств. Во Франции это повлекло за собой рождение импрессионизма, в России – передвижников. Но сам Пуссен не имел к этому никакого отношения, потому что при жизни он был ищущим человеком, приветствовавшим новые веяния. И я думаю, что он был бы первым, кто поддержал бы революционеров, борющихся с мертвечиной в искусстве. А теперь о нем поподробнее. О детстве и юности будущего художника не сохранилось почти никаких сведений. Известно ли, что он родился на хуторе в Нормандии, что его отец был нотариусом, а мать происходила из семьи разбогатевших фермеров. Свое образование Николя получил в латинской школе в Руане. Страсть к рисованию его была так велика, что все школьные тетради были испещрены рисунками голов и фигур людей, что вызывало неудовольствие учителей и гнев родителей, которые не желали для своего сына карьеры живописца. Поэтому, едва достигнув 18 лет, он сбежал из Руана в Париж, чтобы больше никогда не возвращаться в отчий дом. Попасть в замкнутую корпорацию живописцев и скульпторов было для провинциала делом очень непростым. Пуссен поначалу сумел устроиться в мастерскую фламандского художника, провел там 3 месяца, потом перешел в мастерскую француза. В то время был распространенным бригадный метод работы, и заказы выполнялись всем коллективом мастерской. Это не устраивало Пуссена, он был яркой индивидуальностью, привык работать один. К тому же он хотел досконально изучить искусство рисунка, а в мастерских в Париже все работы исполнялись очень небрежно. И лица, и фигуры, и детали. А Пуссен был перфекционист. Он работал неторопливо, очень тщательно и всегда в одиночку. В конце первого года пребывания Пуссена в Париже для него произошло очень важное событие. Знакомство с Александром Куртуа, хранителем королевских художественных коллекций и библиотеки. Благодаря Куртуа Николя получил возможность посещать Лувр, делать копии с картин итальянских мастеров, знакомиться с античным искусством. В это же время он получает возможность работать в больнице, присутствовать при вскрытиях, изучать анатомию.
Пушен стремился в Италию изучать античное и ренессансное искусство. И когда ему исполнилось 24 года, он отправился в Рим. Однако добрался только до Флоренции, не хватило денег, по мнению биографов. Однако, по мнению историков искусства, именно эта остановка во Флоренции, где он задержался на несколько месяцев, была счастливой для его творческой судьбы. И именно флорентийское искусство заставило его со всей серьезностью изучать овладение светотенью, перспективой, симметрией на более высоком уровне, чем он владел до этого. Возвратившись во Францию, он вместе с другими художниками получает ряд заказов от французских церквей на изготовление картин на религиозную тему. Эти картины не сохранились. Однако то, что после этого Пуссен получил заказ от главной церкви Парижа, собора Нотр-Дам, на изготовление алтарной картины на тему Успения Богородицы, свидетельствует о том, что у него появился авторитет в тогдашнем французском обществе. Это первое из больших полотен, которое сохранилось до наших дней с того времени. Пуссену 30 лет. В это время в Париже живет находящийся здесь с дипломатическими делами итальянский поэт, богатый аристократ, кавалер Марино. Он обращает внимание на Пуссена, выделив его из среды других художников. Поручает ему сделать книжные иллюстрации к своей поэме «Адонис». Он становится покровителем художника. В то время каждый известный художник имел своего покровителя, что обеспечивало ему возможность жить, работать, не заботясь о хлебе насущном. Пуссен поселяется в доме у Марино, получает доступ к его обширной библиотеке, изучает там труды Дюрера, дневники Леонардо да Винчи. Когда приходит время для кавалера Марино возвратиться в Италию, он берет художника с собой. В то время в Риме собралась большая компания французских художников, среди них Клод Лорен, с которым Пуссен мгновенно подружился, они стали близкими друзьями и много времени проводили в разговорах за бутылкой вина. Так продолжалось почти до конца жизни обоих художников. Кавалер Марино представил Николя Пуссена к папскому двору. Это могло бы стать началом удачной карьеры для художника. Однако вскоре кавалер Марино внезапно, скоропостижно скончался, оставив Пуссена без покровителя и без средств к существованию. Находясь в полном безденежье, Пуссен вынужден был за гроши продавать свои полотна, чтобы прокормиться. Но даже тогда он не потерял присутствие духа. Безденежье. При отсутствии заказов на картины он усиленно занимался изучением техники и методов монументального искусства, которым не занимался во Франции. Для того, чтобы правильно овладеть передачей света и тени, он изобрел оригинальный способ, а может быть, почерпнул его из древних трактатов по живописи, поскольку был очень начитанным, внимательным книгам человеком. Этот метод заключался в том, что он изготовлял из воска фигурки людей, драпировал их в кусочки тканей и расставлял в нужном порядке на доске. Потом эту доску он мог повернуть любым боком к источнику света. Таким образом, на своих полотнах он не только верно передавал соотношение тени и света, но и создавал ощущение необычайной монументальности, которая поражала даже противников его творчества. Своими кумирами и учителями Пуссен считал Рафаэля и Тициана. Своеобразие его собственной живописи заключалось в соединении в ней двух противоположных движений. С одной стороны – идеализация мира, с другой – почти натуралистическое воспроизведение предметов. Пуссен стремился к признанию. Первый всеобщий успех получило полотно «Мучение святого Эразма», сделанное для собора святого Петра в Риме. Мореплаватель Эразм пострадал за веру в 313 году нашей эры. Его мучители наматывали внутренности святого на лебедку, требуя отречься от веры. Этот традиционный сюжет для религиозной живописи Пуссен передал по-новому. Событие поместил на открытое пространство, высветлив две центральные фигуры – святого и жреца, все остальное оставив в тени, и мастерски воссоздал световоздушную среду, поразив этим воображение римлян. Сюжет картины «Смерть Германика» основан на историческом факте, когда славный полководец Германик был отравлен в Сирии по заданию завистливого императора Тиберия. Пуссен избрал момент, когда друзья клянутся умирающему полководцу не мстить, а жить по справедливости. Моральная сторона события всегда была важна для Пуссена. С точки зрения живописи, эта картина стала эталонным произведением классицизма. Ее изучали, ее копировали, ею восхищались. Восхищались распределением световых бликов, цветовых зон – красный, синий, желтый. Это все создавало необычайную зрелищность картины, привлекательность ее живописности.
Картины Пуссена стали продаваться весьма дорого. Он стал хорошо зарабатывать. И в это время женился на дочери проживающего в Риме французского кондитера. И брак его был, с точки зрения современников, весьма успешным. Он был основан на взаимной любви, хотя и бездетным. В это время Пуссен отправляет в Париж множество своих работ. В числе его заказчиков сам кардинал Ришелье. Пуссен получает от него письмо с приглашением вернуться в Париж и назвать свои условия. В ответном письме Пуссен излагает подробно свои условия. 1000 ЭКЮ годового жалования, столько же на переезд в Париж, отдельный гонорар за каждую законченную работу, гарантия, что его не заставят делать росписи плафонов и сводов, и, конечно, комфортабельный, удобный, соответствующий его положению дом. И контракт на 5 лет. Пуссен не хотел покидать Рим. И он очень надеялся, что его условия покажутся чрезмерными и будут отвергнуты. Он ошибся. Вскоре получил письмо из королевской резиденции, где было сказано, что все условия его принимаются, ставится лишь одно дополнение. Он должен выполнять только королевские заказы, а все остальные с особого разрешения. Пуссен был убит этими обстоятельствами. Писал друзьям, что, кажется, совершил безрассудство. Всячески откладывал отъезд в Париж. Но за ним из Парижа прислали эскорт. И в его сопровождении он вынужден был покинуть Рим, оставив там жену, вероятно, рассчитывая, что при первой же возможности вернется домой. Это произошло 28 октября 1640 года. По прибытии в Париж Пуссен был обласкан властями. Его поселили в богатом доме в саду Тюильри. Он удостоился аудиенции кардинала Ришелье и потом был принят королем Франции Людовиком XIII, который, увидев его, воскликнул: «Ну вот, вое и попался». Король имел в виду, что у придворного художника Симона Вуэ возник сильный конкурент. Тут же Пуссену было присвоено звание первого королевского живописца, и он был назначен управляющим всеми работами по украшению королевских покоев. Это мгновенно вызвало лютую неприязнь к Пуссену со стороны Симона Вуэ и других маститых парижских художников. Если, находясь в Риме, Пуссен представлял собой для королевского двора выгодную фигуру, обеспечивающую престиж Франции в Италии, то, проживая в Париже, он никак не вписывался в среду официозного искусства. Его конфликт с Симоном Вуэ и другими придворными художниками скрывал по собой более глубокий конфликт между французским барокко, символизирующим абсолютную монархию, и интеллектуальным классицизмом, востребованным в среде мыслителей и ученых Европы. Из-за всего этого Пуссен в Париже находился в угнетенном состоянии. Об этом свидетельствует его письмо в Рим, полное безысходного пессимизма. «Производит впечатление, что они не знают, на что меня использовать, и пригласили меня без определенной цели». В конце концов Пуссен испросил разрешение съездить в Рим, чтобы забрать жену, и был отпущен до весны. На самом деле это было лишь способом удрать из Парижа, чтобы больше никогда туда не возвращаться. Чтобы не вызвать подозрений, Пуссен ничего с собой не взял, кроме дорожной сумки. И с ноября 1642 года он вновь обосновался в Риме на улице Паулина, которую больше никогда не покидал. Французский посол в Риме в достаточно грубой форме требовал возвращения Пуссена в Париж. Тот ответил отказом. В счет неустойки по контракту у него отобрали парижский дом. Но это совсем не значило разрыва Пуссена с Парижем и с родиной. Он продолжал выполнять и отсылать заказы для королевского двора, для Лувра, для парижских аристократов, банкиров, писателей. И это было основным источником его доходов. Зато известность и популярность Пуссена непрерывно росли. В это время его начинают называть во Франции Рафаэлем нового времени. Гравюры с его полотен с успехом продавались в Париже и других городах Франции. Вновь назначенный в Рим секретарь французского посольства, для которого Пуссен был величайшим авторитетом в мире, стал встречаться с ним и записывать суждения художника, которые впоследствии стали теоретической базой для обучения студентов в стенах Парижской академии художеств. Одну из последних картин Пуссена «Пейзаж с Полифемом» я знаю с детства по Эрмитажу. Она навеяна поэмой «Овидия метаморфозы», в которой нимфа Галатея рассказывает про влюбленного в нее циклопа Полифема, который выражает свою любовь игрой на флейте. Пуссен создал здесь идиллию, в которой песня влюбленного циклопа разносится над долиной. Скала, рощи, поля с поселянами, озеро, морской залив вдали. Все это создает образ умиротворенной природы. В самом конце 40-х годов Пуссен пишет 2 автопортрета. На первом – латинская надпись «Римский академик, первый живописец короля Галлии». На втором, написанном через год, надпись поскромнее – «Живописец из Анделии». В руках книга
с римским названием «О свете и цвете». Среди его записей есть такие. Нужно знать, что существует два способа видеть предметы. Один просто глядя на них, другой рассматривая их со вниманием. Живопись – это подражание всему, что находится под солнцем, выполненное при посредстве линий красок на некоторой поверхности, а цель его – наслаждение. Художник скончался в полдень 19 октября 1665 года. Если художники XIX века имели все основания отрицать академическое искусство и вместе с ним творчество Николя Пуссена, то сегодня, глядя с высоты 21 века, непредвзятым взглядом на прошедшие эпохи и направления в искусстве, мы можем с благодарностью утверждать, что Николя Пуссен – прекрасный и самобытный певец своего времени, произведения которого доставляют истинное эстетическое наслаждение. июня 1911 года в Киеве родился русский советский писатель Виктор Некрасов. Диссидент, эмигрант, член Парижского пен-клуба, член Баварской академии изящных искусств, лидер направления так называемой лейтенантской прозы в советской литературе. Виктор Некрасов родился в культурной русской дворянской семье, где свободно изъяснялись на иностранных языках, тем более что первые 3 года детства он и его старший брат Николай провели в Париже. Но это явилось причиной смерти Николая. В 1919 году в городе Миргороде молодого человека остановил красногвардейский патруль, и от волнения юноша стал говорить на французском. Его приняли за иностранного шпиона и насмерть засекли шампалами, а тело бросили в реку. Испытав зверство гражданской войны, мать и сын Виктор поселились в Киеве. В 1926 году Виктор Некрасов закончил трудовую школу, а в 1929-м – железнодорожную строительную профшколу, после этого участвовал в строительстве Киевского вокзала. В 1930-м он поступил на архитектурный факультет строительного института, потом посещал занятия актерской студии при Киевском театре русской драмы. Закончив строительный институт, он работал в архитектурных мастерских, и по его проекту была сделана лестница к Аскольдовой могиле в Киеве. Затем он перешел на работу в железнодорожный передвижной театр, где был и актером, и художником. Вот сколькими профессиями к своему 30-летию владел Виктор Некрасов, что доказывает разнообразие его интересов и природных дарований. К началу войны Некрасов служил в театре Советской армии города Ростова. Концертные бригады актеров ездили с выступлениями по военным гарнизонам, армейским лагерям. Многие из них, несмотря на полагавшуюся им бронь, рвались на фронт. Удалось это одному лишь Некрасову, который по своей военной профессии, полученной в строительном институте, был сапером, а действующая армия остро нуждалась в специалистах этой профессии. В 1941-44 годах Виктор Некрасов был на фронте полковым инженером, заместитель командира саперной роты, воевал на самом сложном участке Сталинградской битвы на Мамаевом кургане. Оттуда вышел невредим, но был ранен в боях под Донецком, попал в госпиталь, оттуда вернулся на фронт. Участвовал в освобождении Одессы, потом воевал в Польше. В 1944-м снова был ранен, теперь уже в руку. Снова лежал в госпитале, был переведен на инвалидность и в звании капитана армии был демобилизован в начале 1945 года. Для Виктора Некрасова началась мирная жизнь. Он работал заведующим отделом Киевской газеты и в 1946 году закончил свою повесть «В окопах Сталинграда». Эта повесть стала первым честным произведением о прошедшей войне. Мало того, она дала принципиальное направление советской литературе о войне, поскольку дала ориентир отношения к войне как к тяжкому испытанию, в ходе которого проявляются натуры людей, их внутренняя сущность. Современник Некрасова, известный литературный критик Владимир Лакшин, очень верно подметил: из окопов Некрасова, как из шинели Гоголя, вышла вся наша честная военная проза. Литературу писателей нового поколения, прошедших войну, литературные критики стали именовать лейтенантской прозой. И лидером этого направления был признан Виктор Некрасов. Его повесть о Сталинградской битве прославила Некрасова на весь мир, была неоднократно переиздана, переведена на 36 языков. А в 1956 году на киностудии «Ленфильм» режиссер Александр Иванов поставил по ней замечательный фильм «Солдаты», о котором я говорил в одном из выпусков, в связи со Смоктуновским, который сыграл в ней роль еврея-интеллигента Фарбера. Благодаря этой роли Товстоногов увидел в нем
своего князя Мышкина и пригласил в знаменитый спектакль Ленинградского большого драматического театра «Идиот». А роль Фарбера стала первой яркой работой Смоктуновского в кино. Вы знали, что будет война? Пожалуй, знал. Не пожалуй, а знали. А что мы делали, как готовились? Стояли на первомайских парадах, ручки в брючки. Смотрели на проходящие танки, на самолеты, на шагающих бойцов. Ах, как здорово, ах, какая мощь. А в институте на военных занятиях спали. Не так ли? Вроде и так. Вот это и оно. На других мы с вами полагались. Слышите? Москва. Чайковский. Из пятой. Антанта Кантабель. «Солдаты» – фильм, который был, может быть, одним из самых радостных моментов моей послевоенной жизни. И что мне кажется в этом фильме хорошо и мне особенно дорого, я столкнулся с актерами, которые только начинали свою кинематографическую жизнь. И мне кажется, что когда в кино снимаются молодые, начинающие актеры, картина становится как-то значительно привлекательнее. Фильм «Солдаты» был отмечен премией Всесоюзного кинофестиваля. Некрасова хотели приспособить к новой когорте литературных оптимистов хрущевского времени, сменивших прозу сталинской эпохи. Но Некрасов был сделан из другого теста. В следующей своей повести «В родном городе» писатель рассказывает о том, как советская власть обошлась с победителями в войне с фашизмом, которые вернулись домой инвалидами. Здесь они не могут найти ни работы, ни квартиры, ни продуктового пайка. Их не учат, не лечат. У них нет протезов, ни инвалидных колясок, ни дома, ни семьи, ничего нет. А чтобы не надоедали своими жалобами и просьбами, а главное, не портили пейзаж, их высылают на Соловки и на Валаам, превратив эти места в острова проклятых. А в другой своей повести «Кира Сергеевна», которая вышла в 1959 году, Некрасов впервые вывел на божий свет ситуацию, когда невинно осужденные люди, подвергнувшиеся репрессиям, возвратились из ГУЛАГа и не встречают ни сочувствия, ни помощи, ни поддержки. Одно – равнодушие или враждебность. Черствые люди в черствой стране. Такова правда, о которой не хотели знать. 10 октября 1959 года в литературной газете в рубрике «Писатель предлагает» была напечатана его статья «Почему это не сделано?», посвященная жертвам убитых в Бабьем Яре под Киевом. В сентябре 1941 года немецкие оккупационные власти в Киеве велели всем киевским евреям явиться для регистрации. Их повели в Бабий Яр, глубокий овраг, находящийся недалеко от центра. И там всех расстреляли, включая стариков и детей. Этот расстрел был приурочен к еврейскому празднику Йом-Кипур, судному дню. За первые 5 дней было расстреляно более 30 тысяч евреев. Место немцам понравилось. И впоследствии там стали расстреливать всех. Евреев, цыган, коммунистов, душевнобольных. Это происходило с чисто немецкой педантичностью каждый вторник и субботу. И продолжалось в течение 104 недель. Сколько людей там было убито, никому не известно. Писатель выступал против намерения властей засыпать овраг глубиной 30 метров и соорудить на его месте парк развлечений и стадион. На месте величайшей человеческой трагедии люди будут резвиться и играть в футбол, возмущался Некрасов. Это вызвало широкий общественный резонанс и гнев партийных антисемитов, потому что в Бабьем Яре убивали в основном лиц еврейской национальности. Мгновенно фильм «Солдаты» был снят с телевизионных показов, изъят из репертуара кинотеатров, и повторный его показ состоялся только в 1991 году, через 4 года после смерти писателя. Однако такие гонения не останавливали Виктора Некрасова, прошедшего и войну, и сталинские репрессии. Он был человеком мужественным, знал цену портократам и их льстивым прислужникам. В 1966 году
он выступил на митинге в Бабьем Яре, стихийно возникшем в связи с 25-летней годовщиной от начала расстрелов, проводимых немецко-фашистскими захватчиками. Он, в частности, сказал: «Здесь расстреляны люди разных национальностей, но лишь евреи были убиты только за то, что они евреи». Это сказал русский потомственный дворянин. Некрасова потом обвиняли в организации сионистских сборищ, но памятник в Бабьем Яре все же был установлен. И в этом заслуга Виктора Некрасова. Меня не перестает удивлять, что Виктор Некрасов в своем благородном негодовании был одинок. По существу он один выступал против всей страны, партийное руководство которой считало его врагом. Население, отравленное пропагандой, относилось к нему враждебно или равнодушно, и только небольшая часть образованного общества выражала ему свое сочувствие. Но он был одинок. В том же году Виктор Некрасов подписал письмо 25 деятелей культуры и науки, направленное генеральному секретарю Брежневу против реабилитации Сталина. А в 1967 году, после того, как в 8-м номере «Нового мира» был опубликован очерк Некрасова «Дом Турбиных», рассказывающий про дом, где жил и работал Михаил Булгаков, туда массово устремились люди. И именно с тех пор дом Турбиных стал местом паломничества поклонников Михаила Булгакова. В составе делегации советских писателей Некрасов посетил Францию, Бельгию, Италию, Соединенные Штаты Америки. Свои впечатления об этой поездке он изложил в путевых заметках, напечатанных в «Новом мире». А через некоторое время в «Центральной правде» появилась статья журналиста Мэла Растура под названием «Турист с тросточкой», в которой в издевательской форме обвинялся Виктор Некрасов в низкопоклонстве перед Западом. Затем из библиотек страны были изъяты все произведения Некрасова, книги и журналы с его публикациями. А потом в его квартире был произведен обыск. Изъяты все рукописи и литература, которую сотрудники органов посчитали нелегальной. Вслед за этим последовали многочасовые допросы Некрасова, которые длились в течение нескольких дней. После этого его стали регулярно останавливать на улицах города сотрудники органов с целью якобы установить личность. В конце концов, Некрасов не выдержал и обратился с персональным письмом лично к Леониду Брежневу, в котором сообщил обо всех этих провокациях и констатировал: «Я стал неугоден. Кому не знаю. Но терпеть больше оскорблений не могу. Я вынужден решиться на шаг, на который никогда бы при иных условиях не решился бы. Я хочу получить разрешение на выезд из страны сроком на 2 года». Не дождавшись ответа, Некрасов и его жена Галина Бази подали документы на выезд из СССР для поездки к родственнику в Швейцарию. К их удивлению, разрешение на поездку было получено, и 12 сентября 1974 года Некрасов с женой вылетел из Киева в Цюрих. Некрасов постоянно жил в Париже. В 1975 году он был приглашен на должность заместителя главного редактора журнала «Континент». Вел передачи на радиостанции «Свобода». В 1979 году Некрасов был лишен советского гражданства с формулировкой: «За деятельность, несовместимую с высоким званием гражданина СССР». А в 1983 году он стал гражданином Франции. Виктор Некрасов скончался в Париже от рака легких 3 сентября 1987 года. Он был похоронен на кладбище Сен-Женьев-де-Буа. В изголовье могилы установлена гранитная табличка, которой прикреплен снарядный осколок. Его Виктор Некрасов подобрал в 1947 году на Мамаевом кургане, на месте, где воевал во время Сталинградской битвы. Виктор Некрасов был выдающийся писатель и выдающийся гражданин. Благодаря таким редким людям начинаешь верить, что человек при любых обстоятельствах способен сохранить совесть, честь и человеческое достоинство, остаться верным своим принципам, принципам служения высоким идеалам. июня 1818 года в Париже родился Шарль Гуно, французский композитор, музыкальный критик, основатель жанра французской лирической оперы. Шарль Гуно родился в семье художника Франсуа-Луи Гуно и преподавательницы музыки, пианистки Виктории.
В 11-летнем возрасте его отдали на обучение в музыкальный лицей, где он пел в церковном хоре, сочинял музыку, изучал теорию музыки. Желание сочинять усилилось после посещения оперы. А в 1838 году Гуно поступил в Парижскую консерваторию, где изучал разнообразные музыкальные дисциплины под руководством авторитетных преподавателей. Несмотря на то, что яркое дарование Гуно сковывалось академизмом, царившим в стенах консерватории, некоторые произведения молодого композитора были замечены парижской публикой. Например, скерцо из его маленькой симфонии. После окончания консерватории Гуно в течение 5 лет был регентом хора и органистом церкви иностранных миссий. Его клирикальные настроения были так сильны, что он готов был принять духовный сан. От этого брутального шага удержало его увлечение театром. Оно было сильнее, чем церковная благость. Благодаря этому Гуно сочинил свою первую оперу «Сафо», премьера которой состоялась в 1851 году. А через 3 года была поставлена его вторая опера «Окровавленная монахиня». Обе оперы не имели успеха. И Гуно, который был исключительно одаренным композитором, был амбициозен, понимал свою исключительность, и это нанесло ему большую душевную травму. Чтобы заглушить эту боль, Гуно с головой ушел в работу музыкально-просветительской организации «Орфенон», где он был директором. В его обязанности входила организация и руководство музыкальными коллективами, состоящими из непрофессиональных музыкантов, куда входили рабочие Парижа, служащие предместья. Таким образом, художественная самодеятельность и дома культуры не были изобретением советской власти, как нас уверяли в свое время идеологи. Гуно не оставлял своих попыток покорить оперную публику, ведь опера в то время была самым главным и престижным жанром музыкально-драматического театра. И в 1858 году состоялась премьера новой оперы Гуно «Лекарь по неволе» по Мольеру. Она была благосклонно принята публикой и критикой. Комический сюжет, живость мольеровских персонажей позволили проявиться новой стороне дарования Гуно – умению создать яркий и выразительный образ для каждого оперного персонажа. Об этом пишут так музыковеды, и мы вынуждены верить им на слово, так как сегодня услышать эту оперу негде. Зато следующая опера Гуно – «Фауст» – сегодня одна из самых популярных на оперной сцене. Но в момент своей премьеры она успеха не имела. Зато огромный, ни с чем не сравнимый успех получило другое произведение Гуно, сочиненное в этот период – вокальный мотет «Ава Мария». Оригинальность этого произведения заключается в том, что в качестве аккомпанемента Гуно использовал домажорную прелюдию Иоганна Себастьяна Баха из хорошо темперированного клавира и присоединил к ней оригинальную мелодию. Произведение так и называется «Бах Гуно, Ава Мария». Находится сегодня в репертуаре у лучших оперных певцов и певиц любого тембра, от сопрано до баса. Я хочу предложить его в исполнении Марио Ланца и его юного партнера во фрагменте из фильма «Великий Каруза». Santa Maria, Santa
Своего Фауста Гуно задумал еще в стенах консерватории. И потом возвращался неоднократно к этому проекту, постепенно обогащая его. Поэтому неуспех постановки нанес ему самую большую душевную травму. Для человека, посвятившего себя искусству, непонимание, непризнание со стороны публики – самая большая трагедия и причина для депрессии. И снова Гуно с головой погрузился в работу, желая заглушить душевную боль. Так продолжалось около 10 лет. Но в конце этого десятилетия интерес к опере начал активно проявляться. То один, то другой театр Франции ставил ее. И, наконец, главный оперный театр Франции и Парижа, Гранд-Опера, решил осуществить грандиозную постановку Фауста и поставил перед композитором ряд условий. Прежде всего, нужно было превратить драматические диалоги, каких было немало в первом варианте оперы, в музыкальные речитативы, которые певцы поют под аккомпанемент оркестра. Но главное – присочинить развернутую хореографическую сцену «Вальпургиевой ночи». Руководители театра, как опытные продюсеры, решили привлечь публику эротической сценой «Шабаши ведьм». И они были правы, поскольку именно это место в опере наиболее привлекательно для зрителя и является сегодня главным предметом соревнований постановщиков и хореографов во всех оперных театрах мира. Должен сказать, что знаменитую музыку «Вальпургиевой ночи», которая так понравилась парижанам, я считаю абсолютно не соответствующей ни образу, ни характеру, ни эмоциональной окраске того инфернального события, каким является «Шабаш ведьм». В этом сказывается ограниченность нормативного стиля академического искусства, который проявлялся не только в живописи, но и в музыке. Для поборников этого стиля было характерно требовать от искусства, чтобы оно было пристойным, приятным для глаз и ушей, и чтобы никакой вульгарности. Под вульгарностью они понимали любое жизнеподобие, любую жизненную правду. А для меня музыка «Вальпургиевой ночи» скорее напоминает бал-маскарад в каком-нибудь парижском салоне, чем разнузданную оргию адских отродий. И слушая эту диетическую музыку Гуно, я вспоминаю другую музыку на эту же тему. Я имею в виду «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского, мощь которой поражает воображение. Вот уж где, ведьмы так ведьмы, шабаш так шабаш. Как бы ни относиться к опере «Фауст», судьба ее на редкость завидна. Популярность росла день ото дня. Музыкальные издатели не успевали выпускать новые тиражи оперного клавира, что не приносило Гуно никакого дохода. Известен случай, когда музыкальный издатель пригласил Гуно покататься на санях в зимнем Булонском лесу. В назначенный час Гуно в старой потертой шубе пришел на шикарную виллу издателя. Тот встретил его в новеньком, с иголочки, шикарном зимнем пальто. Потрогав эту дорогую вещь, Гуно произнес с грустной улыбкой: «Подарок от Фауста, не так ли?» Между тем, театр Гранд-Опера в течение десятилетия не снимал оперу «Фауст» из репертуара, потому что ее успех у зрителя не снижался. В 1887 году был отмечен 500-й спектакль, а в 1894-м – тысячный. Это своеобразный рекорд для книги Гиннесса. Ну, должен сказать, что мелодии оперы «Фауст» действительно прелестны. Я с детства люблю арию «Фауста» в исполнении Сергея Яковлевича Лемешева. А последняя высокая нота, завершающая арию, всегда вызывала у меня трепет. Такой чистоты и пронзительной красоты звучания я не слышал ни у кого из певцов, исполнявших эту арию. Еще мне нравится ария «Маргарита перед зеркалом».
Однако самой большой удачей Гуно в этой опере была, конечно, фигура Мефистофеля. С ее музыкальными номерами, среди которых «Люди гибнут за металл», стал шлягером для лучших басов мира. Это был коронный номер для Федора Шаляпина, Бориса Христова, Булата Минжелкиева и Анатолия Кочерги, который помимо яркой фамилии обладал выдающимся оперным басом и актерским дарованием, и очень выразителен в этой роли. На земле лесь радуцкой жит один кумир священный. Он царит над всей вселенной, тот кумир целесотой. Умиление сердечным поставляя пизду там, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Сатана ликует там, ликует там, сатана ликует там, ликует там. У Гуно было еще несколько опер, среди которых самым большим успехом пользовалась «Ромео и Джульетта». Любителям оперного искусства я рекомендую посмотреть и послушать эту оперу в выдающейся постановке Нью-Йоркского оперного театра «Метрополитен», чей рекламный ролик сейчас на моем экране. В конце жизни Гуно отошел от оперы и вернулся к пристрастиям молодости. Он сочинял только духовную музыку, которая исполнялась в соборах во время церковных праздников. Композитор умер 18 октября 1893 года в предместье Парижа. Похоронен на кладбище Оттой. Разговор о знаменитом оперном композиторе дает мне основание в очередной раз обратиться к моей авторской программе «От форте до пиано», посвященной оперному искусству. В ней мы с композитором Алексеем Заливаловым и петербургскими артистами дали волю своей фантазии и юмору, надеясь рассмешить зрителя. Каково же было мое удивление, когда на следующий день после показа передачи по телевидению ко мне на студии «Ленфильм» подошел режиссер Алексей Герман и его жена Светлана Кармалита. Оба были заинтригованы фактами, которые узнали из передачи. «Неужели это правда?» – спросили они. Поэтому я предупреждаю, что некоторые факты – это чистый розыгрыш, в то время как другие – абсолютная правда. Надеюсь, что зрители Дома культуры сами разберутся, чему можно верить, а чему не стоит. Итак, мы определили разницу между оперой и всем остальным. Теперь попробуем погрузиться в волшебный мир оперного театра. С его неписанными законами. Удивительными традициями. С его тайнами и секретами. Мы находимся за кулисами оперного театра. Здесь сегодня царят герои Древнего Египта. Принцесса Амнерис, верховный жрец, фараон, египетские боги, Анубис, Птах и другие. Сегодня идет опера Верди «Аида». Но кто этот человек, стоящий в кулисах, который одет явно не по эпохе? Это очень важная персона в оперном театре. Артисты называют его «душегуб». Вы увидите, почему. Туго, дед Коль! Контракт ты подаешь? Вы, наверное, удивлены, увидев подобное издевательство над певцами, которые, в общем-то, ни в чем не виноваты перед этим человеком. Это не издевательство. Это необходимая мера безопасности, без которой посещение оперного театра было бы для нас с вами очень рискованным предприятием.
Еще в средние века прихожане церкви не раз бывали свидетелями того, что во время пения хоров и солистов начинали подрагивать своды здания, трескались и разлетались в осколки оконные витражи, падали камни с потолка. Иногда у прихожан во время богослужения вставали дыбом волосы. Однако все это приписывалось проискам дьявольских сил. Бывали случаи, когда здания разрушались в считанные секунды, как это произошло с Миланской церковью Ля Скала, на месте которой потом был построен знаменитый театр. Шли века. В Европе мощно развивалось светское искусство. В городах стали строиться закрытые оперные театры. В них стали выступать выдающиеся певцы. Вот тут-то все и началось. В оперном театре города Перуджа шла опера «Персей» композитора Гверчино. Певец, обладавший мощным басом, запел арию «Дракона». Сначала в зале задрожали люстры, затем на зрителей стали падать и звездка, и камни с потолка. Когда же певец, набрав в полную грудь воздуха, взял сифонтер октавы, здание театра задрожало и рухнуло, погребя под своими обломками и зрителей, и самого виновника трагедии. Катастрофа в городе Перуджа была приписана, конечно же, проискам злых сил. А зрители других городов, как ни в чем не бывало, продолжали посещать оперные представления. Между тем, здания оперных театров продолжали рушиться. За какие-то 60 лет одно за другим рухнули театры в Равенне, Флоренции, Парме, Триполи. Знаменитый баритон Караваджо, брат великого художника, в честь какого-то праздника пел, стоя на площади города Пиза. Сначала полопались все стекла в соседних домах, а затем башня на площади стала медленно падать. И если бы он не остановился, она бы рухнула. Кстати говоря, до сих пор это здание является одной из достопримечательностей города Пиза. Вы, конечно, догадались, что причиной всему было явление резонанса, при котором частота колебаний голоса совпадает с частотой колебаний несущих конструкций здания. Мы знаем из физики, что при резонансе амплитуда колебаний возрастает так быстро и мощно, что это приводит к мгновенному разрушению даже самых мощных конструкций. Однако явление резонанса не было известно науке, и зрители оперных театров продолжали оставаться группой риска вплоть до середины 19 века, когда великий тенор Таманио, разрушивший своим мощным голосом 3 оперных театра в Европе и 2 в Америке, не встал перед дилеммой – либо бросать петь, либо придумать что-то, чтобы обезопасить зрителей. Он обратился к своему ученому другу, предок которого был инквизитором, и тот придумал простое и гениальное решение. Чтобы ограничить мощь голоса, надо ограничить объем дыхания. С этой целью он открыл старинный сундук и извлек оттуда вот этот вот пояс, который когда-то надевали несчастным жертвам инквизиции, чтобы они поменьше орали. Он надел этот пояс на грудь великого певца, затянул потуже. Это оказалось столь эффективным, что через очень скорое время все певцы Европы не обходились без таких подобных поясов. Даже Федор Иванович Шаляпин. Федор Иванович Шаляпин решил как-то спеть арию прямо в уборной Мариинского театра. И вот что из этого получилось. А после того, как он надел такой пояс, эти разрушения прекратились. А в театре возникла новая должность. Лимита аура. Или, попросту говоря, душегуб. В антракт ты придешь, ослаблю. Наша вообще профессия всегда была сугубо засекречена. Иначе какой дурак пойдет в опер? И вообще, шли бы вы отсюда подальше от греха, а? Это же все-таки опера. Прежде чем завершить 43-й выпуск, я хочу поблагодарить тех, кто оказал нам поддержку, и обратиться к тем, кто еще собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением приведены ссылки, открыв одну из которых, вы сможете послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Нам нужна ваша помощь. А теперь я приглашаю вас посетить 44-й выпуск программы «Дом культуры».